Слушай, у нас ангиной заболела, оказывается. Вчера ездили к врачу. Всем привет, ребят. Всем привет. Сегодня 21 декабря. И мы будем отмечать день рождения Макса и Каролины. Нет, не здесь играть. Пойдем туда. Вот здесь поле, может, написать тебе на поле. Боня у нас еще там, принцесса. Публики любит. Так. Кровать. Кроватка уже готова. Я снимаю на телефон. Оказывается, забыла я взять зарядку для камеры. И теперь у меня нет камеры. Батарейка села. Ты давай сам открывай, я пойду кушать готовить, Макси. Да, все. На, иди, бери, сам открывай. Нет. Такой вот коврик взяли. Он выпрямится потом, не переживай. Ну, маленький, оказывается. Мы взяли два одинаковых. Это потом отрезать можно. Видите, у нас еще коробки. Мы вчера поехали, купили шкафы, полки. И вот нужно теперь собирать. А времени нет, чтобы собирать это все. По-моему, на него можно наклеечки наклеить. Каролина хотела кактуса. Каролина. Есть что-то там много разных. А стулья что не опустили? Не единорог, уже не знаю, кто это. Пустой рог. Ага. Она вытащила из него всю вату. Ладно, будем собирать на стол. Скоро придут. Влоги я не могу пока монтировать, потому что у нас нет интернета, поэтому влоги будут выходить потом все. Что мы там насняли, не знаю, что-то насняли, что-то не. Что-то, в общем, мы засняли, не знаю, что. О, потащила. Смотри, что она делает, смотри. Она написала, Маргарита. Она написала. Возьми. Там все пахнет. Давай эти игрушки это. Все пахнут. Пошли сюда нажать. Ножечки-то у нас. Да. Даже сюда нажать. И достать, там что-то есть. Там что-то есть внутри. Что тут? Надо коробки отнести. Папа сейчас отнесет все. Он такой желейный. О, смотри! Ух ты, мягкая игрушечка. Она пахнет турами? Точно да? Пахнет. А это что не такое? Не знаю. Какие-то карточки, что ли? 5+. Это для карандаша. Да. А это вкладыш. И теперь тут у нас... Как брелочек или браслетик, или что-то. Брелочек. А, вот, да. Смотри. Подожди, вот я. Это можно как брелочек сюда. Так. Это... О, какие есть. Это Пинки Попс. Не знаю, это первый раз. Пикми, а, Пикми Попс. Пикми Попс. Наклейки. Калина, наклейки. Ты как себя чувствуешь? Хорошо, просто горло. Слушай, у нас ангиной заболела, оказывается. Вчера ездили к врачу и сказали, что у нее ангина. А что это? Ангина? Ну, когда горло воспаляется. Это браслет. Браслетик. На, Карина, это браслет. Это плохо. Ну, конечно, плохо. Это больно. Как она мучилась вчера. Не могла даже водичку попить. Вот, а ей было больно. Смотри. Угу. Куда это? Карандаш. Так только карандаш, дырка сильно большая, может, для ручки. Есть толстый карандаш. Такой прям это. Глянцевый. А еще что у нее там? Вот эта бутылочка тоже с запахом. Да. Я, знаешь, ей хотела, чтобы она купила такую девочку, которую сверху поливаешь, и она вырастает. Она не захотела. Почему? А еще, знаешь, там была эта куклы
который слайм делали, только куклы теперь большие. А, да. Тоже не захотела. Вы с Митр Тойс были? Да. Не знаю. Она не захотела. Дискотека. Что? Ну, надувать шарики. А, ну она может надуть. Ты не можешь? У тебя горло же еще болит, у тебя сил нет. Ой, куда-то крепится, может быть. Я не буду садиться. А, на пол можно поставить? Пролепись, Лео. Пролепись. Бонни. Бонни не поймет, что такое. Так, будем надувать шарики. Да? Да. Зачем носки здесь на столе? Я буду, у тебя не получится. Видишь, не получится, Карина. Это каждому по шапочке, когда вот Рождество будет. Марк, видишь, не получится. Маленький пакетик. Давайте, надувайте быстрее. Да, надувайте. У нас даже еще елка не стоит. Так, а себе первый раз. Нет, у нас игрушек нет. Как нет? Это мало. Вон. Это тоже мало. У нас все там остались. Happy birthday to you. Каролина! Только не в нас, давай чуть выше. Лео, я вас и Радаланты. Только на нас не надо. Ну что там? Давайте, давайте, все, праздник закончился, все ушли, всех проводили. Да. Открывайте, но у нас не все игрушки еще, Ксю, Каролин. У нас нету лампочек для елочки, нет игрушек. Вот это все, что есть. Это же мало. Это все, что есть у нас. Ёлечка, да? Ёлечка. Ёлечка. Да. Это не ёлечка, это елочка. Белая елочка. Да. Замерзла снегом и не покрылась. Давай все выкладывай. Ты смотри, чтобы Бонька не украла. Верхушка или как ее там называют? Еще одна есть часть. Пойдем, Ксюша. Вот она. Вот, видишь верхнюю часть? Вот она. Вот она. Все? Нет, не все. Ну, надо теперь это вот так вот делать, распушить. И там. Да. Это видишь, это нужно на зеленую. Вот черный. Вот черный. Вот, смотри. Черный? Ну, в общем, такая вот елочка у нас получилась, немножко недоделанная. Не хватает нам фонариков, ну, это, гирлянду, да, чтобы огоньки горели. И макушку, да, макушки не хватает. И шариков золотых не хватает. Может, же золотые шарики есть еще. Но очень хорошо вписались наши олени. Смотрите, они тоже красно-белые, как елочка наша. Вот так вот. Это Вася. Это Катя. Да, хоть Петя. Вася и Катя. Ну вот. Ну вот, немножко хоть настроение праздничное. Тут так скучно как-то было здесь. Нет,
Не могу найти нашу гирлянду, которую мы купили новую со звездочками. Поэтому надо найти, где-то она в коробках. Я еще не все коробки разобрала. Вот. Что? И дискотека здесь такая. Шарик. Вот. Ну и у нас вот здесь вот немножечко украшено. Такую вот елочку сегодня купили. Да, такая вот необычная. Не-не-не, не надо, она сыпется, Каролиночка, доставь ее здесь. С нее сыпятся блестки, ее не надо трогать. Вот ее чуть-чуть тронешь, и блестки сыпятся. Не надо. Вот. Немножко так празднично. Между прочим, 12 часов ночи, да? Почти 12 часов ночи. Эти пляшут еще. Вот хорошо, снизу нет соседей. Вот, могут танцевать сколько хотят. И никто ничего не скажет. Да? Тут вообще ничего не слышно. Ни соседи сверху даже не слышно. Как хорошо. Да, горлышко не болит. Дали ей, выписали антибиотики сильные. Полоскает горлышко. Уже полегче. Каролина, нет, в ручки не бери, не дай бог упадет. Каролина, нет, нет, нет. Поставь на пол. На пол поставь. Каролина, на пол поставь. Вот. Все, оно так и должно. Все. Вот и танцуй рядом. Брейк. Ударился? Осторожно. А, ну осторожно. Открывали уже? Вчера да, открывали Маргарит, тоже? А вчера Маргарит, что попалось? Да. Вчера с кранчиком. А у меня где бомбочка для ванны. А сегодня? Как? То ребят не видели, ребят, так интересно. А сегодня белу. Я снимала. Ты снимала? Да. А, ну тогда это надо смонтировать. Да. This is а, вот скранч зелененький. Угу. А сегодня что попалось? У меня бомбочка для ванны. Вот завтра будем собирать, смотрите, сколько всего. А, пандочка. Угу. Мне сегодня было? Вот такие вот. Вчера бомбочка. Бомбочка этот ананасик, да? Угу. Я узнала, потому что такое тяжелое, как этот ананас. Угу. И пахнет. Вкусно? Просто всегда, когда я нюхаю мне... Кашечка, да? Уже в среду или во вторник уже. Во вторник Рождество. Все, спать. Все, спокойной ночи. Мам, у вас осталось по 3 подарка? Да. У нас кроватка еще не готова. А мне и Бонька уже ждет. Бончик уже здесь лежит. Она уже ждет, да, Бончик? Ты уже знаешь, что мы сейчас спать будем. Да, она ждет уже, спатенький тоже хочет. Лапулечка. Она уже с тобой не спит, она с нами спит. Да. Потому что ей нравится, когда на нее смотрят, как она спит. Конечно. Ладно, все, ребята, всем пока. Спокойной ночи. Будем спать. До завтра. Мне елочка очень. Завтра нам. У нас много работы завтра. Только елочки не хватает фонариков. Как потом фонарики вешают? Фонарик. Вообще-то сначала фонарики вешают, а потом. Шарики. Гирлянда, а потом шарики. А сейчас нам придется теперь как-то просовывать ее, чтобы шарики не задеть. Вот так. Да. Ладно, все, всем пока. Пока.